Туристический и этнографический проект югорчанки Галины Ларюшкиной «База отдыха «Живущие по солнцу» был задуман несколько лет назад. Тогда девушка занялась изучением космической темы по мифам и легендам угорских народов. Но скромный проект перерос в более масштабный. Помогла в этом Галине и городская администрация. Сегодня случилась моя мечта, она свершилась, потому что я всегда хотела быть, жить и работать в гармонии с природой. И администрация города Югорска на сегодняшний день, они идут навстречу инвесторам. Как многим уже известно, в течение 2 лет сотрудники администрации города Югорска, они работали над тем, чтобы передать земли этого места в муниципальную собственность. Ранее она была лесным фондом. И мы решили, я, мои родные и близкие, которые меня поддержали, мы решили поставить здесь уже большой тент, который будет работать на развитие этнографического туризма. Проект реализован за счет гранта губернатора Югры среди физических лиц в размере 250 тысяч рублей, а также собственных средств. Окончательная стоимость составила 1,5 миллиона рублей. База отдыха расположена на территории музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». И для туристов она стала доступной 11 сентября с открытия первого глэмпинга «Геокупол». Проект музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», он сейчас набирает обороты. Мало кто верил, когда-то еще даже год назад, 1,5 года назад, что этот проект, он будет реализовываться. И на нашем примере, на примере Галины Ларюшкиной, живущей по солнцу, на примере Гриль-парка, мы показали, что действительно этот проект, он, его можно реализовывать. Эта территория огромная. И вот в настоящее время это как событийное пространство. Глэмпинг станет ареной для проведения торжеств, семинаров, конференций, мастер-классов и семейного досуга независимо от времени года. Его площадь 47 квадратных метров. Интерьер купола выполнен в стиле лофт с панорамным окном и видом на сосновый бор. Для любителей астрономии будет возможна аренда телескопа с автонаведением. Космическое путешествие к звездам. Когда-нибудь Галя здесь поставит телескоп и будет возможность увидеть Млечный путь, то есть путь шестиногого оленя, который бежит по нашему северному звездному небу. Галя человек упертый, я бы сказала. И вот это ее хорошее очень качество, она добьется того, чего она хочет. Открытие базы отдыха «Живущие по солнцу» организаторы назвали «Солнечным вечером». Он сопровождался мастер-классами, таежными угощениями и розыгрышем призов. Для гостей выступал человек-оркестр из Ханты-Мансийска Федор Ларюшкин. Мама, прости, бедолагу, рожденный в снег, я в ветер уйду. Мне сны красивые дарят отвагу, пока я живой, мам, я не пропаду. Очень интересная задумка. И видно, что много перспектив у этого объекта. У нас много леса, природы, поэтому нужны культурные места, где могут семьи отдохнуть вместе с друзьями. Это не просто домики, не какие-то там базы отдыха и так далее, а что-то интересное, новое, где будет очень интересно проводить время. В будущем это место будет постоянно дополняться новой инфраструктурой. Например, здесь запланировано открытие небольшой оленьей фермы. Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» ждет новых инвесторов. Напомним, что проект состоит из нескольких направлений. Этнографической части, интерактивных зон по обучению народным промыслам, мест для проведения больших праздников, обустройства набережной реки Эс, возведения гостиничного комплекса, кафе, автостоянки и других необходимых объектов для принятия туристов. Ася Шафикова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ.